хочу тебя все равно продать, отойди, давай меня выпусти. Во, и вот, и попой, да-да-да. Только ты зря подушку, надо было лучше ее вперед. Видишь, видишь, я тебе про что и говорю, что надо отойти по колено. Ты лучше бы наоборот, всегда на корму, башкой, Макс. У тебя сейчас ты утонешь нахер. Я тебе объясняю, вот сюда головой, здесь видишь толще. Вот. Че, задом будет плыть? Вот. Каким задом? Ты передом будешь плыть-то? Ты ж грести будешь. Сейчас уплывет, да? Во! Все нормально. Задом. Поэтому я говорю, лучше там грести наоборот, Вань. Вот. Они у меня чистенькие. Вода теплая, Вань. Потрогай. Значит. Нас приветствует лодка. Не знаю, как называется, но она детская. Она офигенная. Она очень маневренная. Назовем ее, блин, экспорт какой-нибудь, например. Значит, я веду репортаж с прямой трансляцией плавания на лодке. Меня зовут Максим. Сегодня был это постоянные ливни, которые достали. Я все-таки выбрался с лодкой, более-менее нормальная погода. И здесь, короче, у нас лодка, купленная за 150 рублей в Карусели, с веслами пластиковыми. А? Да, да. Ну вот. Здесь я решил расположиться в питерские карьеры.
вот они. Сейчас я повернусь. Вот, там стоит наш друг, который мне посоветовал взять эту лодку. Вот он. У него такая же есть, только он нифига не купает, не хочет плавать пока еще. Я не знаю, по каким причинам. Может, был ему узлом. Вот здесь ездят машины. И сейчас я собираюсь перепрыгнуть карьеры в ширину. Вот смотрите, как я буду сейчас плыть. Может, заинтересуетесь. Видите? Вот. У нас сейчас дождь, но мы доплывем до того берега. Я хочу доплыть до того берега. Дождик, вот тучки, вон Ваня, подвигает, у нас ждет. Вон там тучки, это дичь, которая хочет меня съесть уже, потому что я тут под дождем, вон там электрические провода, и когда я вылезу, я могу как-нибудь в них зацепиться или... с водой сейчас, или будет гроза меня долбанет, если или я буду тонуть, вот кто меня будет кушать, вот вот эта дичь меня будет есть. Мы почти доплыли до того берега. Я когда доплыл до этого берега, вот люди здесь отдыхают и пьют пиво. Я не знаю, как они сюда добираются, можешь плавить, можешь нет. Но вон куча разных бутылок. И они пьют их. Вон, одни бутылки. Это одни бутылки, которые люди тоже пьют. Они даже водку здесь жрали, 0,5. И 2,5 клинскую сколько. Поэтому покупайте лодку и нифига так не делайте. Не пейте нифига. Это очень верно. Так. Вот у нас заросли, я пришел в заросли. Здесь очень много нежевелик. Повторяю, лодка очень маневренная. А, будет развернуться сейчас. Ай-яй. Вот, развернуться. А тут еще. Сейчас я поплыву назад.
стоит, наверное, скучает. Он просто скучает. Из этого репортажа смотрите, что будет.